Я сейчас уснул так. Я не понимаю, что с этим светильником. Он включается сам по себе, когда захочет, хотя пульт лежит в ящике. Привет из будущего! Объясняю, что происходит. Сегодня ночью я уезжаю к подружке в другой город. Перед этим мне нужно еще сделать много разных дел. И это видео, собственно, об этом. Немного куда нужно выходить. Так что я, наверное, сразу же просто подкрашусь чуть-чуть. Острая кисточка, ужасно. Зато тушь охрененная. Ух ты, пух ты. Я все равно выгляжу как труп. Воспользуемся блаш, которым я почти никогда не пользуюсь, но сегодня что-то прям бледное. Я сделала себе хот-дог и чай, мне почему-то сегодня прям хочется позавтракать и покушать. Я вчера все из себя выжила и ночью смонтировала видео, поэтому оно готово. Нужно только поставить его на загрузку, в это время сделать обложку. Оно к тому времени уже, скорее всего, загрузится, выставить, и наконец-то с этим будет закончено. Как обычно, заполняем всю базовую ерунду. Пишем описание. Нет, лучше сначала сделаю обложку. Для предыдущего ролика я выполняла превьюшку в Procreate. Поняла, что почему я раньше-то не догадалась. У меня есть 3 скриншота с видео. Я не знаю пока, какой выбрать. Самое тупое, что я не все идеи с видео могу вставить, поскольку по обложке мои друзья могут видеть, что я им подарю. Я им смотреть-то запретила, а обложку они все равно могут увидеть. Так, все, я вырезала вот эти вот объекты все, как мне нужно было. Сейчас буду заниматься их расположением. Мне не нравится, как сильно выбивается по цвету вот эта фотка, но при этом мне, во-первых, нечего больше добавить, вроде как. Во-вторых, возможно, она будет привлекать взгляд, поскольку новогодняя такая яркая. Нужно просто сюда еще что-то красное туда добавить. Доделать. Угу. Я вчера же ночью монтировала. Всю ночь? Не всю, но я сделала. Вчера. Молодец. Это то, что смотреть нельзя? Да. Ах, жалко так. Ура, видосик на канале. Вышел. Преображение за 5 минут. У меня осталось 4 часа до генеральной репетиции по сказкам. И, скорее всего, они будут идти до 11 вечера, до 10-11 вечера. Поэтому до них мне нужно собрать вещи, прибраться в комнате, заниматься спортом, сходить в продуктовый за едой, соответственно. И еще на зон забрать посылочку, которая мне пришла. Больше ничего пока не помню. Нужно приступать, а то я ничего не успею. Кстати, смотрите, какие ноготочки вчера сделала. Меня так раздражает в помадах и в лаке то, что красный цвет очень часто ложится розовым. И красным только если нанести его прям плотным слоем. Так вот, эти ногти должны были быть красными. И у меня была вся вот эта рука сделана вот так же. Но я смотрю на них и думаю, ну, это тот самый бабушкинский фиолетово-розовый цвет. Я прям все доделала, но не могла на них смотреть и в итоге переделала. Мне нравится так эта штучка, я бы ее с собой взяла, но когда мне ее носить-то уже зима. На минуточку. Это кофточка моей подружки. И я спросила у нее, можно ли взять ее кофту с собой в путешествие. Она сказала, что да. Я ответила, что даже ее кофта ездит в путешествие, а она нет. Вот такая вот я подруга. Какие густые. Я сегодня не мыла голову и не делала кудряшки свои обычные. С кудряшками они выглядят гуще у меня, пообъемнее и вообще, в принципе, ухоженно и красиво. Это что такое? Ой, кстати, смотрите, какой у меня еще есть красненький беретик. Что же я буду брать с собой? Ну, легче всего, наверное, собрать косметику, потому что там даже ничего решать не надо. Вау, как много косметики! Это все, что я собрала.
Сейчас остается самое сложное, и вообще не хочу к этому приступать. Можно я возьму, пожалуйста, одни брюки, одну кофту, и на этом мы с вами закончим. Поскольку зима, как бы холодно, нет смысла вообще брать юбки. Но я так люблю юбки, не взять ни одной, это такое преступление. Значит, я буду преступницей. Всем привет, и это мой влог. Я выбрала себе лук и полностью собралась. Ой-ой-ой. Потом я обулась, и мы с родителями выехали. Я забыла, что я снимаю. Пока. Пришли за теплыми колготками. А еще чем мне нужно было, кроме колготок? Носки черные еще, знаешь, длинные. Мы взяли супер носки, на другие даже не смотрим. Все нормально, ребят. Пришли на репетицию. Такие вот мы модненькие. Это костюм танца с Кощеем. Да, пойдемте за сцену, я вам покажу, как мы развлекаемся. И поехала первая. Опа! Оп-оп! Я дома, я поела. Сейчас уже 11:20. Мы все собрали, все сложили. Сейчас протру пыль и в 12 позанимаюсь спортиком. Я не протирала пыль. Вот с того момента, как я приехала с отпуска, я там протерла один раз. И вроде больше не протирала. Вот такое, типа, происходит. Бывает. У меня появилась теория. Может быть, у меня аллергия на пыль, а не на животных. Мне, конечно, все равно скоро придут анализы, но такая интересная теория. Сумасшедший вообще поток машин, было довольно сложно и холодно, но я здесь. Спасибо за то, что смотрели до конца самый скучный влог вашей жизни. Всем пока-пока!